коллеги, продолжаем нашу работу. Вашему вниманию главный тренер «Спартака» Мурат Якин. Поздравляем вас с первой победой, по-настоящему домашней победой именно в «Спартаковской арене». Просто ваш комментарий по игре. Es war wichtig, dass wir im ersten Heimspiel im neuen Stadion, wenn es ein Pflichtspiel war, sehr konzentriert auftreten, sehr dominant auftreten und auch eine Reaktion zeigen auf die Niederlage vom letzten Spiel. Dann waren wir gut im Spiel, haben uns gute Chancen erarbeitet, mussten auch ein bisschen Geduld haben, bis das erste Tor kam. Denke ich, dann ging der Knopf auf und verdient auch gewonnen. Нам было важно провести именно таким образом первый официальный матч на новом стадионе. Мы показали концентрацию, доминировали на протяжении практически всех 90 минут матча. Показали мы также и ту реакцию, которую я ожидал от команды на поражение в Перми от Анкара. Мы сумели создать свои шансы для взятия ворот, проявили терпение и в итоге сумели их реализовать. В какой-то момент просто возникло такое ощущение, что мы нажали на нужную кнопку и голы посыпались. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы, прежде чем их задавать, пожалуйста, представляйтесь. Василий Богданов, «Спортбокс». Перед началом сезона вы говорили, что задачи для команды на сезон будут сформированы чуть позже, поскольку вам нужно понять, что из себя представляет сама команда и, соответственно, соперники. Семи туров вам хватило для этого, чтобы понять, на что способен «Спартак» в этом сезоне? Ich denke, wir sind immer noch weiterhin in einem Prozess, was Anfang Saison gesagt wurde. Es ändert sich ja im Fußball Woche für Woche. Die mit vielen Absenzen, mit Spielern, wo wir mit der Nationalmannschaft wieder integrieren wollten. Und ja, es ist nicht so, dass wir bleiben bei unserer Linie treu, wir arbeiten, versuchen jedes Spiel zu gewinnen und dann sehen wir, was am Schluss rausschaut. Aber klar, nach dem Spiel haben wir fünfmal gewonnen. Das ist mal sehr positiv. Wir können auch jeden einzelnen Spieler auch einsetzen, junge Spieler einsetzen. Also wir sind da weiterhin in unserem Prozess, wo wir dranbleiben. Мы находимся все еще в процессе. Как я уже говорил, в футболе все меняется от недели к неделе. Постоянно возникают какие-то изменения в составе, травмы, вызовы в сборную, и нам приходится что-то менять в структуре команды. Мы продолжаем работать, мы придерживаемся той линии, которую мы выбрали, и смотрим на то, что происходит, находим наше место в российском футболе, так скажем. 5 побед, которые мы одержали в первых 7 матчах, это очень позитивный результат, к тому же мы можем использовать молодежь, подрастающее поколение наших футболистов, и мы находимся в процессе. Процесс еще не завершен. Вопросы по сегодняшнему матчу. Игорь. Два вопроса. Сегодня на поле вышел абсолютно тот же состав, что и в Перми. Не так часто такое происходит, что тренер вообще не производит ни одной замены после проигранного матча. Почему приняли такое решение? И второй вопрос. Да, habe ich jetzt nicht irgendwelche Entschlüsse draus gezogen. Die Mannschaft war jetzt abwesend von Nationalmannschaftsterminen. Man hat auch die Bank gesehen. Wir haben einige verletzte Absenzen, die jetzt teilweise alle vereinzelt wieder zurückkommen. Aber klar, es hat sich so ergeben, die Aufstellung, dass wir von der Taktik ein bisschen geändert haben, dass wir in Rossi seine Position. Und wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, hat gute Positionen gehabt im Zentrum. Auch Quincy hat durchgespielt, er hat ja im letzten Spiel verletzungsbedingt ausgefallen. Er hat doch gezeigt, dass er sehr wichtig ist für uns, dass er das erste Tor erzielen kann. Also es war einfach ein bisschen taktische Veränderung, was dem Spiel sicher gut getan hat. Давайте не буду забывать о том, что была пауза, связанная с матчами сборных. Так получилось, что у нас вышел такой состав. Посмотрите на нашу скамейку запасных, вы видите, кто на ней находится. Постепенно травмированные игроки возвращаются в строй, готовятся к тому, чтобы тренироваться в общей группе. Но я хочу отметить, что у нас были определенные тактические изменения.
Следите за позицией Хосе, он сегодня провел отличный матч, прекрасно сыграл в центре. Квинти также показал, что он важен для нашей команды, сумел забить сегодня первый мяч за Спартак, оформил дубль в итоге. Поэтому у нас были определенные тактические изменения. Еще один вопрос. Создалось впечатление, что сегодня лучшими на поле у Спартака были легионеры, как раз те, кого и назвали, Курата и Промис. Также, наверное, Таски можно к этому ряду отнести. Связываете ли это, может быть, с тем, что российские футболисты несколько переволновались, потому что, так сказать, с особыми эмоциями подходили к дню открытия, официального открытия Севастополя? Kann mich das jetzt dein Unterschied auszumachen war? Das ist mir nicht in dem Sinne so aufgefallen. Wir sind ein Team. Das haben wir bewusst, dass wir das Eröffnungsspiel mal hinter uns bringen, dass wir das positiv gestalten möchten. Aber ich denke, das ist ein Sieg des Mannschaft und nicht vom einzelnen Spieler. Aber klar, braucht es immer einzelne Spieler, die ein Tor erzielen müssen. Aber es war das Kollektiv, was heute wichtig war. Я так не готов разделять. Мы команда. Понятно, что было волнение и большое желание провести удачно первый официальный матч на нашем новом стадионе. Но мы добились успеха как команда, а не благодаря только каким-то индивидуальным действиям. Хотя, безусловно, для того, чтобы забивать мячи, нужны индивидуальные действия, нужны футболисты, которые эти мячи в итоге забьют. Сафонов Алексей, Московский комсомолец. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам сегодня следить за игроками Спартака, которые находятся в аренде, то есть Кирилл Камбаров и Гнер Беллидин? Es ist schwierig für mich, wenn ich konzentriert bin auf die eigene Mannschaft, dann lenkt das nur ab, den Gegner zu beobachten. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich arbeite mit den Spielern, die mir zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist schon recht genug, dass wir die Arbeit nur auf unsere Spieler richten. Ну, мне довольно тяжело это делать, я концентрируюсь на своих футболистах, наблюдать за соперником, это только меня отвлекает. Я считаю, что это не моя задача на данный момент. Я должен смотреть на тех, кто находится в моем распоряжении, и мне кажется, что нам хватает работы только со своей командой. Последний вопрос. Роман Романов, «Свободное слово». Как можете прокомментировать действия своих футболистов в эпизоде с пропущенным голом? Ja, wir haben 90 Minuten lang offensiv Fußball gespielt, da haben uns sehr, sehr viele Chancen kreiert. Wir mussten nicht nur 3-0 führen, das Resultat war noch ein bisschen tief, aber klar, wir mussten konzentriert bleiben. Es gibt hier eine Aktion, die wir sicher defensiv noch anschauen müssen. Da ist es noch nicht so, dass wir zu 100% noch bereit sind, defensiv bis 90 Minuten durchzuziehen, und das ist sicher der Verbesserungsweg. Мы 90 минут играли активно в атаке, создавали много моментов. У нас получилось создать много шансов у чужих ворот. И я считаю, что мы могли вести к тому моменту, когда мы пропустили мяч, не 3-0, а забить больше мячей. Но понятно, что где-то нам не хватило концентрации. Есть моменты, которые обязательно в наших действиях защиты я хочу разобрать с командой. Готов признать, что мы, наверное, не всегда способны на протяжении 90 минут сохранить концентрацию в обороне и проявлять максимальную самоотдачу в течение всего матча. Спасибо.